Здравствуйте! С прогнозом синоптика вас знакомит Сюзанна Искаян. В предстоящую среду через Зауралье прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, куда устремятся запады снега, порывистый ветер и арктический воздух. В Екатеринбурге -3, -5, в Тюмени -4, -6, в Челябинске -2, -4, кратковременный снег. В Кургане облачно, временами снег, метель гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха -6, -8. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Кратковременный снег, метель. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха -4, -6. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметров ртутного столба. 17 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!